Ну что, готов? Как там наши? Держатся пока без воды-то? Пока тебя не было, я тут немного разведал. Гёль говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Давай вниз! А? Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Ну и шум! Уши закладывает! Что это там? А, шайтан! Фух, блин! Да, немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, то хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага. А вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай подсажу тебя.
Погоди. Маски! Да, война и вправду загналась в каменный век. Вплоть до наскальных росписей. Долго они тут держались. Эх, нам бы пораньше сюда добраться. Ого, обвал! Повезло нам. Пройти все же можно. Сколько же тут народу жило? Кругом постройки какие-то. Попробуем обойти. Ах, горячо! Кажется, все. Ну, погнали дальше. Сколько их? Слышишь? Ну, сейчас повеселимся! Держимся вместе! Перезаряжаюсь! С этими тоже все. Теперь нам через мосты направо. Похоже, почти выбрались. Давай, давай! Вот проход к источнику. Полезли!
И тут привалило. У меня фильтр уже подыхает. Смотри, свет! Вроде сюда. Так, воздух вроде чистый. Снимаем маски. Ну что, дальше только ползком. Гёль говорит, нефтяники местными вертят как хотят. Так что давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Смотри, вода! Вон, видишь, машина? Я наверх и возле нее спрячусь. Ворота, похоже, из вон той башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Удачи! И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал. Да какая нас стрельба? Кто туда полезет? А если и полез кто, то и кирдык ему давно. Слышишь, мы тихо? Вот и расслабься реально. Я тебя не знаю, никому не скажу, что видел. Совсем! Честно тебе говорю, не скажу. Я на этот собак клевал и начинал. Мучить! Эй, да! Проверь! Вон!
Эй, Кенин, дебил, не дебил. Вроде все. Не трогай их, Артём. Видишь, как напугают. Никуда они не пойдут. Артём, открой ворота, а я машину заведу пока. Да, не так я себе все представлял. Сам не знаю, на что надеялся. Вы уезжали. Куда ни подайся, везде одно и то же. Война, она и в Африке война. Но и здесь, понятно. Да, тихо не вышло. Но они получили по заслугам. Ты на штык, наганый лес! Нэн кайда бары белемин! Что же вам-то теперь делать? Куда им спасибо, битаныс! Похоже на фашистские лагеря в Москве, правда? Вот подонки. Я машину проверил уже, вроде на ходу. Топливо есть. До Авроры точно доедем. Артём, давай в темпе. Вдруг они подмогу вызвали. Еле прорвались. Ну, хоть от нас рабы не пострадали. Ну что, погони вроде нет. Осталось до Авроры доехать. Что, вымотался, Артём? Ясное дело. Ну, отдохни тогда, братишка. Рассредоточиться! Сэм, Анна, налево! Разгружаемся! Быстрее! Крест, туда! Заходили! Плотно заходили! Атакуют вдоль дороги плотно! Надо зайти с фланга, пока они не развернулись шире и не перестреляли нас! Убейте! Хватит же меня! Сейчас я им! Чёртова буря! Знали, когда... Я прикрою! Машина на прорыв идет! С гранатами работайте! Перезарядка! Перезарядка! Молодец! Браво!
Погибли! Наших молят! Ага, мы супчиков этих отделали, а? Да, недурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого! Да, ну, значит, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много небел, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артём, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята! Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь! Не забудь проверить снаряжение, подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Допробовал. Не вышло. Он плату женщинами принимает. Артём, мы вот уезжать собираемся, а я все думаю про бедняк, которых на том корабле полуразобранном бандиты держали. Представляешь, не помог бы ты, они бы там так и сидели сейчас. Какой же ты у меня молодец все-таки. Пыль эта чертова. Скорее бы отсюда свалить. Не лезь там на рожон. Мне нужен живой муж, а не мертвый герой. Ну,
Ну что, Артём, мы с Гюль скоро выдвигаемся, так что ты пока отдохни немного. Проверь снаряжение и подтягивайся. Встретимся возле их базы. Артём, машина рядом с Авророй. Степан, сворачиваем лагерь. Слышь, Иван, а шланги-то не ловят? Есть. Это же... Объявляется посадка на поезд «Пустыня. Светлое будущее». Скоро выдвигаемся. Все, что... Артём, берегите себя на задании. Мы вам многим обязаны. Да что с Артёмом-то случится? Это ж терминатор натуральный. На каждом шагу звенит. Но вообще да, дружище. Следи за собой, будь осторожен. В самый ответственный момент мы, понятно, подтянемся. Но вы все равно без надобности не рискуйте.